По счетам лучше заплатить. Советский тепловодоканал продолжает вести работу по взысканию задолженности за услуги тепловодоснабжения и водоотведения. Неприятные для должников, но наиболее эффективные для коммунальщиков меры воздействия по-прежнему остается установка заглушек в канализационную систему квартир. Неудобства, связанные с отсутствием слива в канализацию, вынуждают неплательщиков платить по счетам. Отмечу, что специалисты работают во всех поселениях района. Они уже побывали в Таежном, в ближайшее время отправятся в Пионерский. Мы хорошо охватили Агириш, то есть там собираемость сразу же наглядно повысилась. Тем более, что и слухи распространяются о таких мероприятиях, которые проводит МУП СТВК. Сегодня мы, значит, проводим это мероприятие уже в Таежном. Ну, конечно же, надо оплачивать хотя бы текущие платежи. То есть, если у тебя есть старый долг, да, надо смотреть на то, какие у тебя начисления. Дальше, значит, при оплате текущих платежей можно уже подойти в наш отдел реализации и написать заявление с просьбой реструктуризировать задолженность, которую мы можем предоставить рассрочку по этой реструктуризации в течение 6 месяцев.